Привет! Иногда бывает так, что самогон нужно сделать быстро. Найти такой рецепт браги, чтобы отбродило поскорее. Запас времени обычно играет в пользу качества получаемого напитка. Но по каким-то причинам иногда ждать нет времени. Получить быструю брагу, а следовательно и быстрый дистиллят, нам поможет брага на горохе. Готовить мы ее будем немного, тем более, что основная бродильная емкость у меня сейчас занята другим, более длительным рецептом. Поэтому брагу поставим прямо в перегонном кубе. Он у меня на 12 литров. Для браги нам понадобится 0,5 кг гороха, 1 кг 800 граммов сахара, 90 граммов прессованных дрожжей и 50 грамм сметаны на 9 литров воды. Предварительно сухой горох нужно размочить в воде, примерно часа на 2. Залить его нужно водой так, чтобы он был покрыт, ну, примерно на пару сантиметров слоем воды. Вот горох у меня уже размоченный. Ставить будем в перегонном кубе. Осталось активировать дрожжи и будем готовить брагу. Вот 9 литров воды в кубе, 12 литров, повторюсь. За одну перегонку обычно перегоняю 8-9 литров браги либо сырца. Ну, так и получается, по идее, да, 3 четверти нужно заливать. Меньше можно, больше не стоит. Добавляем сахар, а затем горох. Ну а вот причина, по которой я готовлю быструю брагу на горохе прямо в перегонном кубе. Скоро будет новое видео. Сметана спасает от слишком обильного пенообразования, хотя есть вероятность, что печенье в процессе брожения все-таки применить придется. Ну, посмотрим по обстоятельствам, как будет. Дрожжи запущены, вносим их в сусло. Поскольку гидрозатвор у меня тоже один, и он занят, то получилось приспособление из серии «Очумелые ручки». Я, конечно, не Бахметьев, так что добрые люди тут помогли советом. Ну что, прошло где-то часов 14, пена пошла в гидрозатвор вообще со страшной силой. Брага, кстати, ощутимо потеплела, где-то 30 градусов, вот тут термометр показывает. Ну что, активное брожение налицо, пена вовсю идет, вот, булькает. Ну что, правда, прошло 3 дня, брага уже отбродила. Снимаю брагу с осадка, сейчас вымою куб, буду перегонять. Получилось вот в итоге 7,5 литров браги. Ну и перегонять по традиции будем на самогонном аппарате марки Люксталь. Очень аппаратом довольна. Ни разу еще он меня не подвел. Ну и напитки получаются очень высокого, достойного качества. Сначала получим сырец на максимальном нагреве. Ну а вторую перегонку уже будем делать дробную. Ну что, на старт второй перегонки у меня вышло около 3 литров сырца, разбавленного уже до крепости 20 градусов. Было примерно чуть больше литра крепостью 50 градусов и где-то столько же крепостью 30. Приступим к перегонке. Ну, первые 20 минут по технологии колонна работает на себя. Как только пошли первые капли, переставляем зажим Гофмана, чтобы вся вода шла только на колонну. Температура в ней падает. Так, ну все, колонна у нас поработала. Нагрев уменьшаем, зажим возвращаем на место. Температура в колонне начинает расти. Вот у нас пошли головы. Ну, примерно скорость 1-2 капли в секунду. Головы будем отбирать порядка 100 мл. Ну, как всегда, лучше руководствоваться еще органолептикой. Потому что плюс-минус обычно получается. Ну, это если кому интересно, крепость голов где-то 85 градусов, даже чуть больше. Пошел отбор тела. Сделаем скорость струйкой толщиной в спичку. Знаете, тело пахнет... Сначала кажется, что чистый спиртовый запах, но потом вылезает ощутимый дух гороха. Не могу сказать, что неприятный такой, просто гороховый, неярко выраженный, довольно специфично. Вот крепость тела пока чуть больше 70 градусов. Тело отбираем достаточной крепости 40 градусов в струе. В итоге у нас получился 1 литр самогона. Сейчас идет отбор хвостов. Крепость тела получилась 60 градусов. Ну что, вот 1 литр самогона крепостью 60 градусов. Дольем 0,5 литра воды до крепости 40 градусов. Напиток ощутимо пахнет горохом. Наверное, скорость в случае с крепкими напитками не лучший друг. Но даже из быстрой браги можно получить довольно неплохой результат, если, ну, по каким-то причинам нужно срочно. Так, будем пробовать.
Ну, что могу сказать? Гороховый самогон – это напиток на любителя. Мягкостью он не отличается. Но сей рецепт имеет право на существование и даже на приготовление. Подписывайтесь на канал Люкстайль, видеоотзывы и рецепты. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Дочь Лесника. Помните меру и будьте здоровы!